Это. А Костнера куда вообще брали? Боря. Костнер? Да. Он защита. Типа такой, что может и в защиту стать, если надо. А вообще-то он типа такой цоп и правая сторона, типа вот такой. На защиту, ну типа, как он мне писал, на защитную тю. Вот Ване везет. Более на защитную часть. До конца турнира осталось всего-то 3 игры. Скорее всего, что дергается? За меня тоже дергалось только что. Ой, я же защитник. Чуть Кобра 37, что-то знакомое, блядь. Не мумитан там пихали до хуя. Ой, извини, Наташа. Все равно не забьете даже так. Вешать или разыграем? Вперед! Кобра 37 раз. Ну, так это тот вратарь. Понятно, что не защитник. Назад-назад можно было. Можно особо теперь не возвращаться. Ну. Некое подобие стенки. Охуять. Не нервируйтесь. Берсон. Дальше по бровке. Встречать его уже поздновато, потому что сейчас будет удар. И за боковой поглядим, как команда сумеет выдать удар. Ну! А где остальные? -то одного ведь не справится. Думаю, что следующим техническим действием должен быть пас. Ого, Ваню занесло так. Вот это мы и называем плотностью игры. Хорош. И улучшается позиция. Заноси! Одной защитники опасность миновала. Ах, не успел опять. Блин, что так дергается, как будто у меня связь, сейчас, такой звук даже, связь рвется. Костя, бануть штрафную? Пробуй. Судья фиксирует нарушение, штрафной. Бейте, он не знает про нашу сня. Бля, я тоже хочу сильный штрафный. Как он вытащил, а? Вот, Кость, ты мне будешь давать? Они там стоял. Там есть секрет. Как ты ударил? Как он опять вытащил? Пяткой, что ли? Боковыми ножницами. Боковыми... щеточками. Да, щечки сбоку. Сейчас так легко приехал. Так. Блин. Этот перехват ослабил давление соперника. Очень вовремя. Наверх. Хамбуха. Убил, а ах ты! Блять, мы желтых нагребли, я офигею. Угу. Не за фиг. Ну, это не рекорд, у нас тогда было больше. Да я помню. Долго. И меня сейчас держали. Тебе надо было сходу пробовать. Встречай. Кто там? Вниз. Хорош.
мяч. Центр. О, красавец, Батяра. Ай, вот достало чмо. Ах, ё-моё. И магнитить не магнитить. Центр, закройте центр. Фух. Думал, уже сбыв его. Андрюша, жёлтый. Пускал. Все нахапался сегодня. Буга! В кого еще бахнет? Я там не встанем, Дарья. Штрафную будет? Ого. Я не скидывал, это прием. Блять, это ну кость на тебя. А если бежит ближний, то пофиг, сколько ты выжимаешь там. Да феньки все. Центр. Я. Бобровки. Бобровки атака развивается. Ого. Он тебя гоняет. Да блин! Лошару. Вот жаль, что я очком Питер, блин. О, правильно, Арина не. На штанге. Давай, братан, играй с ним великим. Вот так, головой, все правильно. На сип. Жесткого отбора мяч переходит соперник. Пиздец. Кость нарушил стопудово. Ну а кто? Очень судейский. Че, падай. Не наш. Ну давай, давай. Ух ты, да вы, блин, что делаете? Да. Тварь, что делает, а, блин? Я там, по-моему, мяч и сами. Ты когда Боря такой говоришь, я возьму или давай, давай, она мимо тебя. Ну, блин. Не буду говорить. Ты в офсайде уже был, я не успел на тебя уже отдать. Я. Тогда. Не я. Фух, я ж думал, мне сейчас прилетит. Ну. Ай, ёбаный. Да сука, блядь, он что там принял? Что принял? На грудь. Да. Чтобы он штанг так килограммовый на грудь принял. Блять, виска получилась, сори. Пипец. Так, а я еще записывать не переставал. Да, он мне пишет. После того матча аж. Это все миньон, он нам помог. Миньон. Миньон. Точно, ха-ха-ха. Блядь, это миньон. Я думал, так кошка, там батарейка уже села, поэтому он так тихо. А ты купи еще. Вот он у меня тут стоял, и мы выиграли. Сейчас я его поставил опять возле монитора. Он у меня, блин, забрал, когда мы сыграли.
купи батарейку нормальную, Duracell. Да нет, там эти... У него на жестике сядут, он туда... Там таблетки. Блин. Я до сих пор не мог понять, кого. Давай, щеми. Ну и здесь надо сказать, конечно, спасибо игроку обороны. Разрядил по полной программе. А Полина нефиг целую апельсину было кушать. Ну я ж тут стою, ну зачем? Сюда, блядь. Мудак. Ну я не хуя. А. Ну да, да ты. Так гнида. Что? Ты уже автобус поставил. Да, Валя, да. Сань, да. У нас. О, ни хера себе. Один бот. Че ты играемся-то? Саня, отдаю пару минуток. Нет, это вторая уже. О, красавец себе на ход дает. Хуя он разворачивает тешу. Если пробьет отсюда, может быть очень опасно. Ботинок. Да куда ты отходишь, бля? Кипер в порядке. Сзади. Вот. Наш. Я це больше не догнав, він, блядь, не добавив. Блядь. Справа. Ой. Сори, Кость. Я привык, что на меня меньше нет. Никто не может выйти вперед. Вратарь снова спасает ворота, когда и не угрожает. Пижама. Да. Цей Боря, хоча середня відчування трохи низько грає, трохи вище. Бережіть, хлопці, м'яч. Ух ти ж, блядь! Ну ти Зідан! Зідан, да. Я такой, я Зідан, руку ще поднимаю. Да, это я. Их я помню, два раза по Матерацци так ебали. Хорош. Хорош. Ну, попробуй только не забей. Это уже не от меня зависит. Этот мне ногу подбил, гнида. Значит, молодец. Грамотно сделал. Да, бля. Фух. Хорошо подстраховал. Ну, и процент владения мячом, как вот какая-то повинность, да, нашей... Да, я тут. Ну 50, ну на 50. Ну да, поэтому показатели команды практически равны. Но показатели сколько? Будет каким-то назад. Я пятка давал вообще. Да, думай сразу, ой, Юра, боже. Я сразу Женя. Пятку давал. Выбрал позицию, прочитал передачу, совершил перехват. Я тут даже подумать не было. Точнее, подумать было. А уже реализовать это? А он сразу. Ко мне мяч прилетел сразу под пятом выйти. Не из-за того, что дергается, я не могу нормально быть уверенным, что я проконтролировать что-то могу. Кажется, что я мяч возьму и сейчас
картинка дернется, и у меня... Блять! Пенальти! Я не мог свернуть, но никуда вообще. А я вообще валяюсь. До сих пор. Эх, Боря, красавчик-то накакал. Да блин! Пипец, до сих пор. Когда не надо, он... Только встал, блин. Он меня, видишь, дергается чуть-чуть. Нужно было перезапустить, а то досворачивается. Далеко, блядь, кидает. Бля, хамбас. Офигеть. От головешка, блядь. Головешка! Ого. Не, желтая. Достал этот головешник. Так, я иду на штангу, да. А, не, я уже не на штанге. Сверху желтый, видите, пас туда. А дальний? Да-да-да, вот Боря встал. Вниз! Это вверх. А я отдавал умельцу. Не подумай. Походу выкупил, что ты взломаешь, что. О, нихера себе, чё я прибег сюда? Стрел. Ну, Костя, я не знал. Не пробить. Да, я пробью теперь. Уже не есть, много их. Сколько? У вас больше, чем у меня. Эй! Юрка, посмотри, где я стою, попробуй туда. Один стоит, еще один стоит. Где? Я слева стою. Пиздец. Ну и не успел немножко. Бля, охуенечка. Меня там Юр выебли. Я понял. По полной программе. Дернул мышцы, это 3 недели, если что. Что он меня заглючил? Ай. Бум, сори. А я красненький такой. А ну, да, смотри, что делает. Что это за пас такой? Я такого пасы понятия не имею. Ого. Вау. Что ты отдавал с РБ? Я не тримав, не... РБ? РТ я набег тримав, хібашу. Ну, короче, ти ще щочки дуже. На дальню? А, він не бачить. Він не чує. Я не трогаю, какого хуя? Що ти там вообще делаєш? Я біжав, ждав пас, поки він даст. Дохлий. Дохлий. Не підходите ко мне ззаду. На, ну да. Подошли до этого, да? Не надо. Не надо, Боря. Козел. Вот ты козел. Че прыгаешь, как козел? Вперед. Саня сломался. Че прикалываетесь? Ребят, ну... Я вниз даю, Направо даю, а он бежит там, че я мог? Ты направо, налево надо было, там 2 открытых было. Мне неудобно было. Как же ему говорить? У нас выступит. А, я все. Еще одна игра. Куба Карл ПК. Как будто сегодня? Да. Вы же выходные не можете.